Есть такое выражение: если вы идете на охоту, то идите охотиться на носорога. То есть беспроигрышный вариант. Что здесь имеется в виду? Носорог, его практически очень трудно убить. Для некоторых это немыслимое дело. Это очень нужно быть большим героем, чтобы убить носорога. 2 метра вверх с лишним махина. До 5 метров в длину. Бронированные эти вот всякие там. Панцирь такой. Рог впереди. И абсолютно тупой, свирепый ум. Легко заводится и атакует мгновенно. Очень опасное животное. Если вы даже пытаетесь убить его, вы должны ждать, когда он подбежит поближе, и попасть между панцирями в нужное место, чтобы он был убит. Если вы промахнетесь, вам конец. Шанс только один раз выстрелить возможно, и потом уже на рогах будете. То есть вам нужно быть большим смельчаком, героем, чтобы охотиться на носорога. В одиночку тем более. И вот вы говорите всем: я пошел охотиться на носорога, и все ахнут: герой. Вы еще не пошли. Но как только уже сказали, уже он будет восхищаться. И если вы не убили носорога, вернулись с охоты, слава уже обеспечена. Во всяком случае, вы вышли на носорога. Не каждому вообще удается даже выйти на носорога, понимаете? Вы уже прославленный человек. А если вы убьете носорога, видите, вы ничего не теряете. Чем выше цель, тем меньше потерь. Так говорится, что если вы ставите цель на 200% вверх, вы 100% точно достигнете.